Сегодня в 17:30 пожарные тушили возгорание в 5-м детском саду по проспекту Карла Маркса 67В, где сейчас идет масштабная реконструкция. Специалисты спасательной службы установили, что пожар вспыхнул на первом этаже. Общая площадь пожара составила несколько сотен квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К июню 2019 года здесь планируется закончить ремонт в здании. Это будет современный детский сад на 220 мест.